Говорят, деньги с неба не падают. А если и падают, то обычно из чьих-то карманов, либо сумок. Владельцы возвращаются крайне редко. Либо затеряются где-нибудь в траве, либо какой-то находчивый прохожий пополнит ими свой бюджет. В этом выпуске программы «Проверка на человечность» мы выясним, как долго на земле пролежит упавшая банкнота. Помогать нам будет коренной одессит и моряк Игорь. Использовать будем сувенирные купюры, так, на всякий случай. Ну что, ты готов? Я готов. Тогда поехали. Пошли проверим. Из засады наблюдаем за нашим героем. Банкноты для реалистичности. Теряем у обменника. Спасибо. Мы снимаем передачу «Проверка на человечность». Да. О, спасибо. Что-то пока нам только добросовестные встречаются. Хотя нет. Одни в спешке проходят денежный участок, другие внимательно изучают находку. Жаль, не настоящие. Интересно, какой номинал? Маловато. Ну, хоть кому-то нужны. А вдруг настоящие? Деньги лишними не бывают, особенно сейчас. На 1000 мы уже похудели. Спасибо. Мы снимаем программу «Проверка на человечность». Спасибо большое. Зажрались, уже сотни не берут. У нас уже группа поддержки появилась. Одна осталась, одну забрала. Но есть и такие, кому даже крайняя нужда не позволит взять чужое. Молодой человек, разве такими деньгами разбрасываются? Это же сувенирное. Мы снимаем программу «Проверка на человечность». Спасибо вам. Проверили меня, кстати. Так много людей еще стояло, смотрело, наблюдало за экспериментом. Многие даже им говорили, что что ж вы делаете, зачем вы человеку деньги не отдаете. Где-то 1500 мы потеряли, может, 1200. То есть для начала мы пытались по сотне кидать, а позже уже пошли по 2 сотни. Ну, и по сотне, и по 2 сотни люди, в принципе, берут. Ну, примерно соотношение, может, 50 на 50, 60 на 40. То есть люди и возвращают, и берут. Было такое, что проходили, догоняли, останавливались, говорили, вы потеряли, смотрели, высматривали. Вот. Ну так, впрочем, остались честные люди у нас еще. В следующем выпуске мы выясним, как много одесситов согласятся поделиться с незнакомцем своим смартфоном.